Приветствую на канале BestSEO. Сегодня хотелось бы рассмотреть белую бумагу проекта SGAIN.PRO, о котором мы говорили ранее в предыдущих видео. Это проект из игровой индустрии, который планирует завладеть этим рынком мобильных игр, который на данный момент составляет 42%. А к 2020 уже планируется более 50%. Итак, платформа SGAIN.PRO предполагает себя включить функции социальных сетей. Это позволит всем участникам процесса необходимое прямое общение. Благодаря разработчикам платформы вместо традиционных однопользовательских игр мы получим в результате многопользовательскую систему с возможными вариантами взаимодействия. Проект предусматривает такой процесс, как Challenges. Это позволит вызывать игроку другого пользователя со схожими рангами, опытом на своего рода дуи, что также будет способствовать заработку токенов платформы и развитию дружеских взаимоотношений между пользователями. То есть, очень даже интересный момент получается и довольно-таки азартный, что также не обойдет стороной интересы пользователей игр, зарабатывая играючи, называется. Таким образом, команда позиционирует проект как путь майнинга для геймеров на базе платформы и как социальную сеть для развития пользовательских отношений. Моменты ICO давайте уже рассмотрим, конечно же. Распределение токенов, мы видим таблицу. Детали ICO мы видим, токен стандарта ERC-20, обозначение токена SGM. Итак, если остаются вопросы, более подробно изучаем белую книгу, связываемся с командой проекта, задаем вопросы, принимаем решения.